Друзья, всем привет! Хочу показать участок, село Липники с видом на море. Вот море прекрасно видно. Вот участок, на нем теперь обозначены границы. Только что мы их отбили. Вот здесь вот будет проходить дорога, вот по краешку. Вот она идет, 3,5 метра, и вот до туда, до низу. Те участки внизу уже я продал на прошлой неделе. И здесь вот участок, друзья, 4,1 сотка, то есть 410 квадратных метров, с прекрасным видом на море. В принципе, практически ровный уклон, градусов 6 у него. Подъезд, соответственно, будет вот отсюда. Вот до сюда, бац, заезжайте на участок. Вот, если вы видели предыдущее видео, в принципе, оно есть, тут только появились границы, и участочек немножко, конечно же, подзарос. Вот, и остался еще один соседний участок. По нему есть видео про желтопузика, вот он правее. И, собственно, вот этот участок, тоже верхний заросший, по нему сейчас тоже уже внесен задаток, поэтому он пока не продается. То есть осталось фактически вот этот центровой участок. Что тут есть? Это ЛПХ, 4,1 сотка я назвал, электричество, газ, вода по границе, ну и прекрасный вид. И отличное место для спокойной, тихой, размеренной деревенской жизни. С очень хорошими, приятными соседями. Бабушка с внучкой проводит время. Справа никого нету. Тут будет, соответственно, наш участок. Внизу купили ребята из Казани. Будет у них домик для отдыха летнего. Ну и самое главное, смотрите, вот асфальтовая дорога, вот где у нас товарищ геодезист стоит. Вот прям там, соответственно, проходит асфальт. И там же ходит общественный транспорт, и дети ездят в школу. Так что, друзья, вот этот классный участок еще можно купить. Цена его фиксированная, 1,4 миллиона рублей в данный момент. Если продастся средний участок, я немножко цену подниму. Поэтому спешите, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и звоните насчет этого и других моих классных участков. Пока-пока.